Многие из нас на карантине поставили себе такую цель – выучить иностранный язык и, наконец-таки, заговорить на иностранном языке. На сегодняшний день лично я разговариваю в своей жизни на трех языках ежедневно, а вообще знакома глубоко с четырьмя языками, поэтому процесс изучения иностранных языков мне очень знаком и очень близок. Сегодня в этом видео мне бы хотелось рассказать вам о пяти этапах, которые проходит любой человек вне зависимости от возраста в изучении иностранного языка. В этом видео мне также хочется поделиться с вами практическими советами, которые именно помогут вам переходить от одного этапа на другой более быстро и более эффективно. Давайте не будем долго время терять, лучше это время вы потратите на изучение иностранного языка. Как говорится, перед любым процессом нужно сначала изучить и подготовиться хорошо. Чем лучше ваша подготовка и планирование любого процесса, любой цели, тем более эффективно будете двигаться по пути. Когда вы изучаете или вы приняли решение наконец-таки изучать иностранный язык и наконец-таки заговорить, главное, на этом языке, то вам нужно понимать 5 стадий, которые проходит наше сознание, наш головной мозг в приобретении иностранного языка. Первый этап – это этап молчания. Этот этап мы можем с легкостью наблюдать у маленьких детей, когда детки только рождаются. И первый год, первые 2 года, они внимательно смотрят за вами, наблюдают за вами, они смотрят вам непосредственно в ваш рот, на ваше лицо, они хотят уловить любые звуки, они пытаются за вами что-либо повторить. Именно этот этап проходит абсолютно все, вне зависимости от возраста. Вы в первый этап молчания просто собираете информацию. Вы пытаетесь как можно больше набрать ваш словесный банк, каких-то слов, каких-то выражений. На этот момент от вас не ожидают никакой-либо активной вида речи. На этом этапе вы должны максимально постараться насытить свою жизнь какими-либо маленькими такими окошечками в язык. Это может быть просмотр каких-то элементарных мультиков, каких-то маленьких короткометражных фильмов, или, возможно, это может быть вы найдете каких-то блогеров, которые вам нравятся, они пишут на этом языке, говорят на этом языке. То есть потихоньку вы начинаете вводить язык в вашу ежедневную речь. Чем больше вы себя окунете именно в этот материал, в этот язык, тем быстрее и более эффективно вы перейдете на следующую стадию. Если на этом этапе вы решили посмотреть какие-либо мультики или какие-то короткометражные фильмы, то, пожалуйста, делайте это без субтитров, во всяком случае без субтитров на вашем родном языке. То есть если вы учите английский язык, то ставьте субтитры тоже на английском языке. Когда ваш банк уже достаточно имеет большой резервуар, вы переходите на следующий этап, на второй этап, который называется первое производство. Если на первом этапе от вас не ожидают никакой-либо вида речи, только вы непосредственно сами пассивно поглощаете весь тот материал, то уже на втором этапе здесь вы можете ожидать от себя слово. Это слово будет, может быть, даже да или нет, но вы уже будете реагировать на речь. На этом этапе важно себя не перегружать и не ожидать от себя, что вы сразу начнете говорить параграфами. Нужно, чтобы этот процесс изучения языка проходил постепенно, но не забывайте, что главное и самое важное в изучении иностранного языка – это постоянность, и важно то, что вы готовы к первому производству. Вы не боитесь, самое главное, сделать ошибку. Посмотрите опять же на детей. Когда ребенок начинает говорить, он абсолютно ему все равно, если он сделает, допустит какую-то ошибку, подберет неправильное слово или, возможно, поставит неправильное спряжение или склонение, или перепутает рот. Для ребенка это абсолютно не важно. Самое главное для ребенка – это коммуникация. То же самое происходит и со взрослым. К сожалению, взрослые, когда становятся более старшими, мы обретаем этот социальный такой неудобство, когда мы выглядим не в очень хорошем свете, соответственно, никто не хочет себя чувствовать неловко, и поэтому очень часто люди просто-напросто боятся. Это, конечно, личное дело каждого, но здесь каждый должен проработать вопрос и не бояться делать ошибки, потому что ошибки приведут к вас к более быстрому переходу на следующий этап. На этом этапе, что касается практических советов, вы можете написать комментарий в блог, вы можете, например, найти друга по переписке, таких сайтов огромное количество, я думаю, сейчас в эпоху 21 века это очень легко. Есть огромное количество ресурсов, где вы можете найти друзей по переписке и общаться с ними на любые вам интересные темы. Здесь очень важно, чтобы не загубить процесс и энтузиазм изучения иностранного языка, вам
вам нужно сфокусироваться на темах, которые интересны именно вам. И на этом этапе вам всячески нужно сделать свое языковое окружение настолько максимально веселым, интересным и мотивирующим, чтобы у вас не было желания это забросить. Если вы эффективно построили процесс именно появления первой речи, то уже совсем скоро вы перейдете на третий этап изучения иностранного языка, который называется появление речи. На этом этапе от вас уже можно ожидать предложения. Вы уже можете выразить свое мнение, сказать почему. Это уже более, я бы сказала, веселая часть изучения языка, просто потому что вы уже гордитесь какими-то своими достижениями, и вы уже что-то можете, и это вас очень сильно подбадривает. В этот момент, как я уже говорила, вы должны максимально сфокусироваться на ваших интересах. Я всегда рекомендую такой процесс для людей, которые спрашивают, как же мне удалось изучить такое количество языков. Я рекомендую выбрать где-то 7-10 тем и продумать, в каких сферах вы будете использовать язык. Представьте, что все знания и все слова иностранного языка — это пазл, и этот пазл должен быть между собой связан какой-либо тематикой. Вы не делаете сразу все пазлы мира. Вы собираете пазл по пазлу. И когда вы сфокусируетесь на нескольких темах, этого добиться будет гораздо проще. Чем больше практики, тем быстрее вы переходите на следующий этап. Запомните очень важную формулу успешного изучения иностранного языка. Нужда плюс практика равно язык. Если какой-то из этих факторов отсутствует в вашей жизни, то, к сожалению, либо вы не будете переходить на следующий этап так быстро, и вы будете забывать язык. Также, если у вас нет нужды в языке, то со временем это вдохновение и мотивация изучать язык, она просто исчезнет. Например, я в свое время изучала немецкий язык, на сегодняшний день он находится в пассивном форме в моей голове. У меня абсолютно нет нужды в немецком языке, поэтому он на самом деле пропал. Раньше, если я могла высказаться на любую, в принципе, тему на немецком языке, то на сегодняшний день этого сделать я не могу. Еще раз, нужда и практика равно успешное овладение языком. И я у вас хочу уверить, что способности здесь ни при чем. Есть люди, которые говорят: о, я не способен, я больше математического склада. Да, возможно, есть какие-то, у кого-то чуть-чуть лучше, у кого-то чуть хуже идет, и точнее, даже не лучше, хуже, неправильно я сказала, больше это быстрее или более медленнее. Конечно, человек, который болтун по своей сути, например, такой как я, которому нравится общение, он будет устную речь развивать быстрее, нежели человек, который более интроверт, и просто-напросто ему некомфортно делать, допустим, те же самые ошибки, некомфортно разговаривать со всеми на любые темы. Сложность здесь не стоит именно в способностях. Способности, я считаю, что абсолютно здесь ни при чем. Самое главное — это практика и нужда в языке. Что касается практических советов, на этом этапе вы, например, можете себя постараться уже окружать носителем языка максимально в вашей ежедневной жизни. Конечно же, это зависит от того, где вы живете, кем вы окружены. Если вы живете в США, то, конечно же, или в любой другой англоговорящей стране, или, допустим, если вы учите испанский, вы живете в Испании, в Латинской Америке, то, конечно же, такой проблемы не стоит. Но если вы живете, например, в России, или Украине, или Казахстане, и учите английский язык, то тут вам уже нужно приходить и использовать абсолютно все ресурсы интернета, которые есть, к счастью великому, на сегодняшний день у нас. Первый ресурс, который вы можете использовать, он абсолютно бесплатный, это, например, Couchsurfing. Я думаю, что многие из Орел и Решка слышали о таком ресурсе, а кто-то, может быть, в своей жизни, когда вы открываете двери своего дома путешественникам, которые путешествуют по миру и хотят навестить вашу страну, и вы им даете возможность остановиться у вас дома абсолютно бесплатно. Но что получаете вы? Вы получаете бесплатного носителя языка в вашем доме. Прекрасно! На этом этапе очень важно погрузить себя в настоящую речь. И настоящую речь вам может предоставить только носитель языка. На сегодняшний день есть огромное количество ресурсов, которые вы можете использовать. Одним из таких является ресурс, который называется iTalki. Вы можете найти для себя интересного собеседника на любом языке, который вы изучаете. У них огромное количество выбора разных языков. Вы выбираете самостоятельно себе собеседника, и вы общаетесь с носителем языка.
Это абсолютно не важно, что этот человек находится на экране. Важно то, что вы используете этот язык. У вас нет возможности и времени бежать и смотреть словарик это слово. Вы будете всяческим способом находить манеру, как высказаться, как поддержать беседу. Очень важно найти того человека, который может поддержать интерес и беседу на тему, которая нравится именно вам. iTalki очень классный ресурс, потому что вы, по сути дела, можете найти там себе онлайн-друга, с которым вы будете общаться на разные темы и также просто-напросто изучать и, наконец-таки, говорить на языке. Не забывайте, самое важное изучение языка, чем больше вы снабдите свою жизнь материалами на иностранном языке, чем больше вы внедрите язык в вашу жизнь, тем быстрее вы будете переходить на следующий этап и развивать свой иностранный язык. Четвертый этап называется беглая речь. Уже на этом этапе вы можете поддержать, в принципе, на любую тему разговор, но в зоне вашей компетентности вы можете поддержать очень глубокий разговор. Очень многие люди, которые живут даже за границей, останавливаются на этом этапе. Ну, более того, конечно, можно остановиться на любом этапе, но, в принципе, этого этапа достаточно для того, чтобы комфортно жить за границей в любой стране. Для этого достаточно, чтобы путешествовать по всему миру, и нет нужды в переводчике абсолютно никакой. Конечно же, этого этапа недостаточно, чтобы прочувствовать всю культуру и всю, так скажем, весь сок языка, но этого вполне достаточно для того, чтобы вы спокойно себя чувствовали и у вас была уверенность в том, что вы говорите на этом языке. Также на этом этапе вы уже свободно можете читать какие-либо книги, вы можете писать какие-то рецензии по поводу книг. Очень важно в этом этапе развивать все виды речи. Конечно же, ресурс iTalki идеален для этого этапа. Так как вы можете общаться и углубляться в разговоры, ваш тьютор уже будет чувствовать уровень вашего языка, и он будет вам давать такие челленджи, где вы уже будете прогрессировать, делать прогресс. И если вы заинтересованы в том, чтобы перейти на следующий, пятый, скажем так, заключительный этап, который называется «Свободное владение языком», это уже уровень носителя языка, то, конечно же, вам придется постараться, потому что так просто носителем языка, конечно же, не становится. Это возможно в любом, в принципе, возрасте. Опять-таки, идет очень важная тема о том, что вы должны максимально углубиться и себя снабдить материалами и жить в этом языке. Пару заключительных фраз перед тем, как вы уйдете. Очень хочется отметить, что мотивация — это классная штука, но мотивация не будет вам служить так долго, как бы хотелось. Что реально работает в изучении иностранного языка — это нужда. Только с нуждой приходит так называемая мотивация, которая не дает вам остановиться. Вы знаете, что вам нужно общаться с каким-либо человеком или с какой-то конкретной ситуацией или на какую-то либо тему. К сожалению, мотивация — это такое непостоянное дело, которое очень быстро снижается по шкале наших приоритетов. Мы находим что-то более легкое, более интересное. Наша жизнь наполнена различными событиями, и мы откладываем это на потом. Очень важно понять, для чего вы изучаете иностранный язык. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Я желаю вам успехов в изучении иностранного языка. Я очень надеюсь, что это видео помогло вам и расставило все по своим полочкам, и вы наконец-таки заговорите на иностранном языке. Огромное спасибо, подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!